Об интересных событиях недели расскажем в коротких новостях. 31 января губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала 360 рассказал о планах по реконструкции Лобнинского шоссе. Начать строительно-монтажные работы должны в третьем квартале этого года, а завершить реконструкцию полностью в 2021 году. Кроме того, началось проектирование северного обхода, и даже есть предварительные сроки завершения его строительства не позднее 2023 года. Расскажите нам, что по Лобни, какой план, когда, что мы строим? Добрый вечер, докладываю. Для улучшения транспортной доступности в Лобне уже проектируется реконструкция Лобнинского шоссе. Завершение проектных работ летом этого года. В третьем квартале мы уже планируем выйти на строительно-монтажные работы и закончить реконструкцию Лобнинского шоссе в 2021 году. В соответствии с вашим поручением, Андрей Юрьевич, уже начато проектирование северного обхода Лобни от Рогачевского шоссе до Дмитровского шоссе. Проектные работы там будут достаточно серьезные, мы закончим их в конце года, и в период с 20 по 23 год мы планируем завершить объект строительством. 30 и 31 января делегация из города-побратима Лобни-Котласа Архангельской области побывала в нашем городе с целью обмена опытом в вопросах экономики, социальной сферы, культуры, развития предпринимательства и охраны окружающей среды. За два дня гости посетили несколько лобнинских организаций и предприятий: Дворец детского творчества «Планета талантов», компании «Металлпрофиль» и «Народные промыслы», стадион «Москвич», 9-ю школу. А Котласский драматический театр на сцене ДК «Чайка» показал спектакль «Тетки». Подробный обзор смотрите в среду в «Акценте». 27 января, в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда, в ДК «Красная Поляна» прошла встреча, на которую были приглашены участники тех событий, ветераны и жители города. Чтобы передать атмосферу блокадного города, гостям показали 20-минутный фильм. Со сцены звучали стихи и песни о блокадном Ленинграде. Автор большинства текстов – почетный гражданин города Лобня Галина Журкина, находившаяся в Ленинграде в те страшные годы. Блокадникам, проживающим сегодня в Лобне, глава городского округа Евгений Смышляев вручил медали и памятные подарки от лица администрации, выразив слова благодарности за мирное небо над головой, за силу воли и отвагу. Ленинградцы, те, кто пережил блокаду, это особая категория людей. И эти люди восстанавливали не только свой родной Ленинград, но и остальные города, развивали города Советского Союза. Мы гордимся, что в нашем городе сегодня проживают жители, кто пережил блокаду Ленинграда. Сегодня в Лобне проживают 11 бывших ленинградцев во времена Великой Отечественной войны. Почти 900 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 находившихся в блокадном городе. Лобнинских юнармейцев стало на 20 больше. В музее Лобнинского отделения организации «Боевое братство» состоялась торжественная церемония вступления шестиклассников из школы номер 6 в ряды юнармии. Каждому из них вручили символ юнармейского движения – красный берет с юнармейской звездочкой. Ребята дали клятву следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, быть лучшими в учебе, спорте, защищать слабых, чтить память героев. «Вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, всегда быть защитником слабых, быть патриотом и достойным гражданином России. Клянусь». После завершения церемонии ребятам показали экспонаты музейной комнаты. В основном это реликвии, переданные в дар боевому братству участниками боевых действий, проходивших в горячих точках. Затем детям показали короткометражный фильм о воинах-интернационалистах. В настоящее время в Лобне юнармейское движение насчитывает более 500 человек. Теперь перейдем к обзору спортивных достижений лобнинцев за прошлую неделю. Хоккейная команда «Крылья» 2007 года рождения на Кубке Москвы 26 января одержала победу со счетом 5-4 над московской командой. Спортсмены 2008 года рождения уступили одну шайбу московской команде «Северная звезда». Игра окончилась со счетом 4-5. На встрече с командой «Балашихи» 2009 года рождения лобнинцы забросили в ворота соперников 5 шайб и завершили игру со счетом 5-4. Игра команды 2008 года рождения окончилась со счетом 8-2 в пользу лобнинцев. Обе команды по-прежнему возглавляют турнирную таблицу. В рамках чемпионата Московской области по мини-футболу лобнинцы играли с командой Чехова, одержав блистательную победу со счетом 7-2. В результате наша команда сравнялась по количеству очков с клубом «Кристалл Заречье», оказавшись на третьей строчке турнирной таблицы. Следующая игра уже в субботу.
Ребята из баскетбольного клуба «Лобня» 2008 года рождения 26 января в Лыткарино одержали две уверенные победы в играх первого тура второго этапа первенства Московской области по баскетболу со счетом 45-10, обыграв БК «Люберцы», и 44-8 БК «Лыткарино». И на сегодня это все короткие новости.